Добрый день, зрители канала Агрофирма Поиск. Сегодня у нас в гостях экзотический кость с восточными такими корнями из серии «Декоративный огород». Сорт тыквы крупноплодный, называется он «Турецкая челма». Здесь я вам покажу непосредственно вот этот плод, ради которого мы с вами собрались. Этот сорт «Турецкая челма» дает множество плодов на одном растении, длинноплетистые. Этот сорт хорошо засухоустойчив. В принципе, он переживет любые стрессы жаркого лета или холодного лета. И в конце сезона, потому что где-то на 95-й, 100-й день можно снимать уже вызревшие вот такие вот плоды. Со стороны они кажутся действительно декоративные какие-то. Она украшение участка 100%. Но это тыква и съедобная. У нее маленькая семенная камера, у нее толстая мякоть. Прекрасно используется для фарширования. Она хорошо запекается, варится, распадается на волокна. Действительно, этот сорт универсальный. Это украшение не только ваших грядок, можно сделать даже такую плетистую стену. И чем выше будут подниматься плоды, конечно, будут мельчать. И вот эти как раз мелкие плоды, они хорошо высыхают к весне, и из них будет прекрасная декорация на много-много лет. Итак, давайте резать нашу красавицу. Посмотрите, с какой стороны, правда, не знаешь, подойти, но пойдем с ее верхней части. Попробую я разрезать сегмент, если у меня силы хватит. Надо будет ускорить. Родненькая моя. Ну, слушайте. Ой. Ну, не знаю, какая часть достойнее из того, что у меня получилось, но я старалась. Действительно, тут есть что поесть. И это радует. При разрезании ваших тыкв все-таки привлекайте сильную половину вашего семейства. Хотя хрупкие женские руки способны на многое. Обязательно попробуйте турецкую челму вырастить и приготовить. Аромат свежий, напоминает лето. Всем пока-пока!